И сам фонарик запакован дополнительно в пупырчатый пакетик. Вот так он выглядит. Наверху имеются две кнопочки. Тут для включения светодиодов и кнопка для включения лазера. Лазеры должны светить вот из этих дырок. Работает на двух батареечках типа 3А. Давайте сразу вставим батарейки и протестируем фонарик. Сначала посмотрим, как горят светодиоды. Первый режим. Одновременно горят все светодиоды. Второй режим. Вот такой пульсирующий, быстрый. Третий режим. Медленная пульсация. Четвертый. Дорожка бежит справа налево. Пятый. Та же самая дорожка, только слева направо. Шестой режим. Тут они как-то непонятно, все мигают по-своему. Седьмой режим. Дорожка бежит справа налево и слева направо. Все, 7 режимов. И теперь давайте попробуем кнопочку лазер. При нажатии кнопочки получаются вот такие две дорожки. Если еще раз нажать, то дорожки мигают. Все, всего 2 режима. Вот так эти дорожки выглядят в коридоре при выключенном свете. Светят очень ярко. Сейчас расстояние от пола примерно метр. То есть примерно на таком расстоянии и будет висеть фонарь на велосипеде. Думаю, что если вы поставите такой фонарик, вас не заметить будет сложно. К сожалению, сейчас нет под рукой велосипеда, чтобы установить фонарь на него и показать, как он светит в реале. Но поверьте мне, светит очень хорошо. На кронштейн он крепится вот таким образом. Вставили, и никуда он уже не денется. Здесь есть специальный фиксатор. И если нажать на него, то тогда уже можно будет свободно вынуть. Кроме того, тут есть такая вот трещотка. То есть, когда вы поставили на велосипед, регулируете угол наклона, какой вам нужно, и фиксируете. На мой взгляд, крепление достаточно надежное. И фонарь никуда не улетит. Ну, если, конечно, вы не будете прыгать ночью с трамплинов. В общем, рекомендую фонарь всем велосипедистам. Отличная вещь, тем более стоит всего лишь 150 рублей. Мне кажется, что в наших интернет-магазинах ценник на него будет значительно дороже. Честно говоря, не знаю, еще не смотрел, но обязательно посмотрю. Думаю, что рублей 500-600 наверняка за него просят наши продаваны. На этом все.